Архиерейское богослужение в праздник Сретения Господня. Жители Трубчевска встретили торжество, напоминающее о событиях из жизни Иисуса Христа. Утро этого дня началось с особой службы. В храме осветили свечи, которые прихожане понесли домой. Глава Клинцовской епархии епископ Владимир возглавил престольное торжество в храме именинники города Трубчевска. Как Симеон встретился с младенцем в храме, так и каждый православный встречается с Богом в церкви. Неудивительно, что помолиться в праздник за архиерейским богослужением пришло большое количество православных жителей города и близлежащих селений. Мне выпала большая честь поздравить всех православных христиан с великим праздником Сретения Господня. Сегодня большой праздник для всех присутствующих здесь. Встреча наша с Господом Богом. В праздник Сретения Господня отмечается и День православной молодежи. Владыка поздравил всех присутствующих, особенно молодежь храма, с этим торжеством. Я очень рад, что сегодня много православной молодежи Трубчевской, которые пришли помолиться, совершить соборное обращение к Богу в этот светлый праздник Сретения Господня. Благословение Господне на вас и да пребывает во все дни живота нашего. Торжественная служба завершилась благословением прихожан и вручением епархиальных медалей попечителям, которые заботятся о церкви. Также в этот день правящий архиерей с рабочим визитом посетил восстанавливающийся храм Преображения Господня. Кирпичная Преображенская церковь была построена в 1690-1693 годах в стиле московского барокко на месте прежней сгоревшей. До недавнего времени храм был обращен в складское помещение. Несмотря на аварийное состояние, до сегодняшнего дня в старинном церковном здании даже сохранились небольшие фрагменты росписи. Очень долго ждали этого события. Дай Бог, чтобы все это произошло, восстановилось, верующие ждут, потому что единственный храм, который у нас остался, еще не отреставрирован в нашем городе. И будем надеяться и молиться, что Бог не оставит, и все у нас будет хорошо. Архипастырь ознакомился с ходом работы и выразил надежду, что в скором времени древняя святыня будет восстановлена и освящена.